Молот Рока! Привет, скрытно. Спасибо. Мановермы. Двоечки. Мановермы. Нет. Ни одного. Ну ладно, я с ПМКН. С тобой. Там через монетку что-нибудь достанет. А мы Flame Cannon примем. Приветствую тебя. Приветствую. Здравствуй. Давай. Иди сюда и сражайся, трус! Хочешь что-нибудь взорвать? Ну, извини. Что, еще за единицу что-то делал? Тебе нужно благословение? О, not bad, not bad. Ну, хорошо, давай. Я мечтаю быть похожей на тебя! Мой гнев! Не буду за рта с тобой здороваться. Чё ты обзываешься вечно? Нет. А чё это, да? Так. Элементаль воды, наверное. Он немного лучше держит стол. Поэтому я достану его. За короля! Ну, ладно. Okay. Я заберу. Блин, вот эта гадость, я не знаю, что я буду делать с ней. Чтобы, вот из-за Flame Cannon, я имею в виду гадость, вот это. Что-то мне не понять твой юмор. Ладно. Итак, что я хочу делать? Наверное, я буду зачищать это дело. Да. Я буду зачищать это дело. Фаерлем. Блин, ну да, Фаерлем на следующий ход, он прям мега вероятен. Но... Именно поэтому я и... Ну ладно, хорошо, давай. Я все равно не отступлюсь от своего. Привет, Филипп. Достес, признайся, ты наркотики куришь? Ну я... А, да, у меня же перезагрузка была. Ух, это полиморф. Полиморф вообще отличный полиморф. Ох, отличный полиморф. Ой, какой классный полиморф будет сейчас. А, двух мановермов забафать. Не буду двух бафать. Не, я лучше все зачищу. Да. Теперь у нее большой верлот. Ему плохо. Плохо. Тебе нужно благословение? Не могу выстрелом. Не, я не буду. Давай так. Слава Синдарат! Две девочки собрал. Странно немного. Ну, боюсь, грозы немного, ну ладно. Не, нюхать не надо. Поверь, нюхать точно не надо. Особая доставка!
Ну хорошо, давай так. Я мечтаю быть похожей на тебя. Сейчас буду давить ему лицо. Пытаться. Не надо грозу, прошу, не надо грозу. Нет, не гроза, Хекс. Хекс, ладно, Хекс не страшно. Это тоже не страшно. Я не буду Flame Cannon использовать. Вот так вот сделаем. Четыре за урон нанес, и уже хорошо. Пока не страшно. Вот шок. И пожалуйста. Еще 4 урона за ход. О, это вообще классно. Да, мне не хватало чего-нибудь. Чтобы стол еще чуть-чуть подспамил. Теперь меня даже гроза не сильно беспокоит. Сейчас пора сдаваться. Слепаха. Еще один хекс. Окей. Хекс так хекс. Лучница. Один выстрел, один труп. Ну давай. Пиробласт топ-дека его убивает. Неплохо сыграно. Неплохо сыграно. Победа за тобой. Нет, я не пробовал другие карточные игры. То есть, ну, единственное, что, во что я играл, это в обычные карты. И в ТСГ, но это не на компьютере, это тот же самый Хардстон, только труднее и на столе, все. Никакие там МГТ, ни Берсеки, я не... Моя магия. Мне нужна Мирранта. Я еще лучше поищу что-нибудь. Не такая хорошая тройка. Окей. Не, вряд ли. Ладно, я через монетку выстрелю. Ну да. Ну, конечно, печально, что я не смогу на третий ход достать, а какую-то четверку. Ну, ладно. Окей. Я делаю его, а не девочку, потому что я могу на следующий ход сделать девочку плюс огненную пушку, если мне зачистят. То, что я вытащу сейчас. Да, похоже на то, что я именно так и сделаю. Да. Я мечтаю быть похожей
Фервест. Ну, здесь простой Сенжин будет. Хорошо очень защищать против. Если он мне кинет сюда фаербол, так разберет. Ну, я выстрел сделаю плюс отраженную сущность. О, интересно. Интересно, интересно. Ставлю девочку тогда. Тебя выстрел так. Наверное. Можно тебя достать, но мне не очень нравится. Ладно, давай. Кизан Мистик меня, конечно, сильно расстроит. Ну что делать? Да, так не хочу Кизан Мистик. Не надо, не доставай мне ее. Фу, слабо огненно. Заморозка. Да и хрен с тобой. Тоже мне заморозками кидает. Итак, значит, я могу достать тебя плюс выстрел в лицо. Наверное, да, давай. Я не вижу смысла пятерку доставать сейчас. Что же делать? Ученики, внимание! Можно было бы маны Вирман, но такое. Я тебя вижу. А короля лича! Занятие начинается. Убьет мне ее, я добью выстрел. Не очень печально. Латеба. Что будущее? Ну, это ерунда. Нам готовит. Угу. Убить, достать пятерку, наверное, достать. Пятерку, тройку. Ну тогда Флэм Страйк умру. Сильно. Сильно-сильно умру. А, пятерка-тройка, о чем я говорю? Пятерка и просто выстрел. Давай. Ну да, что с тобой? Если даже сделает он Флэм Страйк, это ничего страшного не будет. Поэтому давай. С другой стороны, если не сделал Флэм Страйк, то ему беда. Почему именно Настя? А, что? Какая Настя? Ты о чем? Ну ладно, давай. Выстрел в лицо. Мне уже вряд ли понадобится. А это еще может. Ну, то есть тут вероятность, то, что он 4 существа достанет, она, ну, очень мала. Примкни к нам, или умри. Окей, это здорово для него. Поспоришь. Полиморф. Окей.
Не хочется Йети отдавать под вот эту штуку. Я могу заполиморфить, в принципе. Давай. С другой стороны. Не, не буду. Ну хрен с тобой, разменяешь ты мне на 4-3. Дело твое. То есть я надеюсь, что я смогу своровать еще. Или не стоит надеяться. Не, надеюсь. Давай. У нас много секретов. Ну, полиморф слишком как-то, не знаю, стрёмно. Давай. Сейчас достанешь что-нибудь большое, что я буду делать? Так. Вот, набивается 73. 73 еще нет, 72, 73 есть. Нет. Магичка не Настя. Это тебе ФВ послышалось. Вот он-то. Друг мой. Трог. Ну, хрен с тобой, трог. Ну, ЛМ Кэнон. Нормах вообще. Не знаю. Это мой секрет. В хорошей колоде мага. В отсутствии личной жизни. Чем у себя? Ладно, хрен с тобой. Может быть, Divine Shield отсюда выйдет? 1-2, давай, 1-2. 1-2. О, это я в первую очередь запущу. Хочу сюда, 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 прошу. Отлично. Ну, давай. Топ-дек флеймстрайк. Хрен с ним. В открытой двери и в открытом окне тоже секрет, да, согласен. Окей, я в лицо. Пиробласт одна из 13 карт. Лузинца я сейчас не буду ставить, потому что она... А может быть и стоит сюда выстрелить. Да, и у меня все равно 10 уже есть. Я могу и сюда выстрелить. То есть, а с каким это все действие? Ну, что если он ударит так, я смогу выстрелить и лучницей добить. Если он ударит так, то просто выстрелом. Окей. Я могу. Ой, да давай все в лицо, чё я парить? Тоже мне. Не, стол черный, он не очень помогает. Нет. Почему я расист? Нет, я не согласен. Так нету мармеладок. Все, нету. Донатит, мармеладок нету. Жизнь боль.
стоило напрашиваться. Ну, неплохая рука. Да, давай, можно все оставить. Угу. Давай, оставлю все. Все же Хантер. Это Хантер на 9-0? Не, ну может у нее там уже 12-11? Ну, о, лучница. Чувствуете, насколько сильно я его вообще контрю? Ну просто бах и лучница. Раптор. А, тут такой момент. Я могу сделать девочку... Я делаю девочку монетку Flame Cannon. То есть, если бы мне не пришла тройка, я бы подумал о том, что вот так вот разменять. Лучница плюс выстрел. Но мне пришла тройка. Ну и, соответственно, на третий ход достать вот эту девочку плюс Flame Cannon. Но мне пришла этот. Тройка, поэтому... Поэтому я достану тебя. У нас много секретов. Я в лицо пойду, наверное. Зачем мне париться? Не, ну мне может, правда, этим, как вы, с разрывным выстрелом очень прям сильно. Ну ладно, у меня есть Сенжин, в принципе. И у меня есть Пиробласт. Окей. Секрет, окей. Ладно. Серьезно. Фризинг трапа, да, я полагаю. Печалька, печалька. Ну ладно, давай. Привет, пан Хантер. Да, меня это немного расстроило. За орден! Окей. Бомблогер сейчас, ну вообще не, вообще никак. Ну, давай так, наверное. Иди сюда и сражайся, труп! Сейчас важно просто побольше доставать. Конечно, можешь мне вот это все разменять, но ладно, ничего страшного. А, вот это больно. Это очень больно. Это прям больно, больно, больно. Давай. Мне нужна какая-то, не знаю. Окей. Могу сделать выстрел плюс. О, что-то, видимо, я не сделаю. Ноль. Ментальный дислокатор вперед. Ну да, только на него надежда. Забери огра. Не забрал. Блин, ну да, теперь так себе. Блин, ну все, это конец. Да, но у меня такими жесткими шестерками за это, что жесть. Жесть. Конец. Эта партия... Ну, может быть, стоило... Ты хрен его знает. Может быть, стоило достать какую-то пятерку, значит. Да ну, это ерунда. Хан тоже просто 9-0 шел. Видно. Но ханты магов, конечно, упасят почем зря.
Мои полиморфы подвели меня. У меня их было два. Если бы они пришли вовремя, то было бы все, в принципе, нормально. Шайна! Да, надо было размениваться. Малфурион! Я должен защитить эх, жалко. Не стоило напрашиваться. Давай так. Манаверму я ищу. Манаверм. Если бы разменялся, да, было бы хорошо. Да, если бы дислокатор Огра, конечно, захватил, то это было бы очень все здорово. Ну ладно, я убью одного, убью другого. Давай, 4-4. 4-4 мне, не? Хочешь мне 4-4? Ну и черт с тобой. Будешь два хода, типа, меня колбасить. Усики. Ну, девочкам. Я мечтаю быть похожей на тебя. Ладно. Или типа свайп. Нет. Я не против получить четверку. А, Violet Teacher сейчас самое крутое. Ладно, нет, так нет. У меня тогда через монетку пятерка. Оруженосец, со мной. Я готов, сэр. Ну, побольше хочу существ, поэтому достаю вот это. А... Окей. Ну ладно, давай Флэм Кэнон. Ну, кстати, можно было полиморф сделать, и я не знаю, что не сделал полиморф, ну ладно. Сейчас будет очень печален свайп. Ну, ладно, я могу достать на следующий ход. Да, давай сюда. Нет, если сюда, то здорово. Да, сюда здорово, тогда все. Гадость какая-то. Окей. Окей. Одного, другого флейм кэноном и это. У меня два полиморфа, поэтому я не боюсь использовать быстро один. Я могу дать деньги достать, чтобы прикрыть 4-1, но меня это сильно не беспокоит, в принципе, да? Я лучше достану более крепкую пятерку. Чем Сен-Жена. Ну, типа, ударит он мне, у него останется 12, я еще могу 7 нанести, то есть урон как, довольно много. Как мне нанести удар? Ну, полиморф. Хорошо. Сейчас, секунду. Три останется. Вернее, 4 останется. Ну, кстати, да, можно. Можно подержать пока. Что же давай. Акел Кузада! Один выстрел, один труп. Я?
принципе, не хочу создавать Сен-Жену. Если вдруг ментальный дислокатор, он заберет мне именно Сен-Жену, я немножечко буду плохо себя чувствовать. А Йети, ну хрен с ним. Как мне нанести удар? Это полиморф, я его убил. Самый обидный вылет у меня был, это... Так. Сейчас вспомни, как оно было. Я играл за Варлока, играл против мага. У мага ноль этих. Но это самое обидное поражение, не вылет. У мага просто ноль карт. Поднимает с топ-дека карту, кидает в лицо, прям сразу не задумываясь. Фаербол. Я, ну ладно, хрен с ним, там выставляю что-то еще. Следующую карту поднимает. Сидит долго, думает в руке ее. Это... Ну, что делать? А у меня тигр там стоит на столе. Такой, из самых жестких. Вот. Сидит, 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 дождал до фитиля. Фаербол мне в лицо. Ладно, окей. Сижу там еще дальше, все больше заспамил стол, уже все летал, на следующий ход есть. Топ-дек поднимает, ставит 1-7. Ну, в итоге его от летала спасает. Там остается 2, что ли, хп. Ну, хрен с тобой, думаю. Передаю ход, и мне сразу пиробласт прилетает. Вот это была самая обидная вообще игра, потому что, ну, это жесть. После такого момента я... У меня еще была там арена, но я даже доигрывать не стал. Я просто выключил компьютер, пошел гулять. 12-0, да, делал, 4 классами делал. Сокрушит тебя. Я не знаю, я не запоминаю. Главное в поражении. Так, я ничем не надо. Да, наверное, ничем не надо. Ну, можно Скарлет Крусейдер оставить. Давай. Все же хорошая очень тройка. Ну, 12-0 трудно сделать. Ну, 12-0 большая редкость, я считаю. Друг не тупой. Давай. Ривер Кроколиск. Так. Ну, я могу достать ману Верма монетку Скарлет Крусейдера. Это вполне очень неплохой, по-моему, ход сейчас будет. Да, давай. Учитывая, что у меня и четверка есть, и... Вообще все есть. И учитывая, что это 3-1, а у меня Скарлет Крусейдер с Дивайн Шилдом, вообще все классно. Вот это хорошая карта. Окей. Ну, Йети. Просто Йети. Ну так себе, конечно, ход у меня, но... Особенно учитывая количество моих Spectral Knight'ов. Вот если бы Spectral Knight сейчас вышел, то я бы его, скорее всего, уже похоронил. Блудный привет. Чего таращишься? Может. Так, я могу... Не, я не буду, я буду делать полиморф. Еще 5 урона. Сами страйк.
Most Flame Strike. Там дождь, что ли? О, здесь. Ну, ладно, хорошо, и тебя я достану. Выстрел. Особая доставка! Нет, мне менее важно. Это будет полиморф? Давай. Ну, скорее всего, там какой-нибудь контрспелл. Коль он так. Нет, он не контрспелл. А что, это айсблок тогда получается? Флейм страйк. Ситаргусу это несерьезно. Дырк мой. Ну вообще несерьезно. Раз, выстрел, удар. Наверное, это из блок. Эхо медива. Да хрен вообще стоим эхо медива. Ну да. Вряд ли у меня есть второй из блок. Эта партия за тобой. В спорной ситуации предпочтение да, дают Терлисту, если там нету никаких приоритетов. Ну, то есть, если, например, там равная двойка и пятерка, но двоек мало, я, конечно же, возьму двойку. Джокер это Синет, что ли? Или это не моя тот? Моя магия сокрушит тебя. Может, надо было двоечку оставить. Ну ладно, хрен с ним. Манверм. Ладно. Надеюсь, Флэм Кэннон с топ-дека. Ну, схожу первый. То есть ты не хочешь на второй... Ну, вряд ли ты будешь на второй ход что-то отвечать пушкой. Давай, Скарлетт Крусейдер. Скарлетт Крусейдер так хороша. Не, не. Не то. Ладно, черт с тобой. Блин, вообще плохо. Ну, такая ситуация, что мне придется, наверное, вот так разбивать и выстрел делать, потому что, ну, и мне нечего делать. За лорд Эмара. Давай. Если я его заторможу, и он четверку не достанет, то для меня как бы хорошо. Окей. Давай. Зарабасик вперед. Может быть, было бы... Да, наверное, лучше было его достать.
Но хрен с ним. Это достаточно для полиморфа. Да? Угу. Ну, все проблемы, что... Я бы никак не занял стол колодой, которая реально должна занимать стол очень быстро. Окей. Я верну. Тоже Flame Cannon. Ну, давай глянем, куда она сначала попадет. Окей. Значит, тебя. Ну, самое приятное мне будет, если я достану... Если он достанет Venture Coin. Трепещи перед мощью Штормграда! Окей. Ну это вообще жесть. Не знаю, что понять. Единственный реальный способ меня победить, это то, что я сюда попаду и Flame Cannon сделаю, да, и туда попадет. Вот. Все остальное ерунда. Ну давай. 33% на успех. Попал. Моя магия сокрушит тебя. Ну, ожидаем Flame Strike, но что делать? Да, больше нечего. Я готов, сэр. В любом случае показываю на карты, поэтому ничего страшного, что английским говорю. Ну и новички многие знают английский точно. Угу. Окей. Окей. Бой. Что же делать? Ну ладно, давай так. Бой. Flame Strike страшен, но... По идее, он на прошлом выходе мог бы быть. Окей. Особая доставка! Окей, это... А, да. 6 лицом. Наверное, 6 лицом будет. За орден!
Я умираю от фаербола. Да, 7 плюс. Так, минус 7. 15 минус 7 это 5. То есть мне нужно одного убить. Не, я пойду в лицо. Я понадеюсь на то, что огры не попадет. Я мечтаю быть похожей на тебя. Я мечтаю быть похожей на тебя. Коновкол. Твоя магия тебя не спасет. Ладно. Попал. Ой, пиробласт, я победил. Пиробласт, я победил. Блин, это не пиробласт. Это не пиробласт. Делать нечего. Я думаю, я мертв. Вообще рисковый с ее стороны ход. Пиробласт я победил. Печально. Да, плохой старт был. Нет, это все какое-то слишком. Вот это нам. Давай, Трога, он... Ты ничего сейчас не делаешь. Да какая монета, ты что? Запей. Сам говорю, ну ладно, хрен с тобой. Ну, вообще, конечно, плохо. Если у нее есть этот... Как его? Ну да, вряд ли у нее есть Shield Mini-Bot, у нее Origin Protector скорее есть. Нет. Ну тогда я рад. Тогда я сильно рад. Практически победа. Можно пожадничать. Пожалуй, да, стоит пожадничать. Давай. Master for Battle будет ужас. Но это нет, это не мастер. Не сюда, прошу. Хорошо. Виздум. Это я разменяю. Он сам разменяет. Ладно. Не, я в лицо пойду. Типа 6 урона я не буду бить, а хрен тебе. У меня ментальный дислокатор есть. Blessing of Kings сюда не положится, Трусиллер это не страшно. Вот это ладно, теперь не буду атаковать. Секрет, окей. Окей, окей.
Конечно же, размениваться не буду, потому что Avenge, он очень вероятен. Ментальный дислокатор вперед. Ментальный дислокатор вперед. Нет, какой же ментальный дислокатор? О чем? Не знаю, я просто заморожу тогда. Я могу ударить так. Выстрел. Нет, сейчас, секундочку, надо подумать. Удар. Лучница. Flame Cannon. 3. Умирает 2. Стоит 4. Не нравится. Нужно морозить. Пока что поморожу. Вот на следующий ход я сделаю. Точно будет. Да, сначала я его достану сюда. Давай. Включаю ментальный дислокатор Т-130. Ну, не очень, конечно, перехватил. Ну ладно. Давай. Огр еще и глупый. Не будем об этом забывать. Я на страже. Неважно. Спасибо. Что приказание? Я же победил. Ладно, 12 побед. Жалко, что проиграл маг на маг, все остальное. Ну, Хантеру я логично, что проиграл там. Была трудная штука. 15, ладно. Три дня подряд 12 делаем. 6500.